Надо будет на испанском что-нибудь сделать, короче, чтобы это... Ладно, поехали. Финал. Экстремальные прятки с подписчиками в парке аттракционов. Бля, финал, ну, как бы... Там будет в предыдущих сериях, бля, что-нибудь такое. Так, и еще вопрос. Как меня слышно? Потому что у меня микрофон убавлен, я могу... Громче, тише. Донаты после, хорошо? Ой, блядь, ой. Ёбнуться, я думал, я сейчас в букву врежусь, бро. Ты уже шаришь за Poison? Это цены на обувь и одежду в России. А вот сколько это стоит в Rhythm Store. На Poison ты найдешь оригинальную одежду и обувь в 3 раза дешевле. А сервис Rhythm Store привезет тебе его за 15-20 дней по самой низкой цене. Нашли дешевле? Напиши менеджеру Rhythm Store, и они предложат тебе более выгодные условия. Rhythm Store. Стиль на доступной дистанции. Ой, блядь, осторожно, блядь. Ой, блядь, да боже мой. Там ставки совершенно другие. А нормально слышно? Ну все, супер. Победила! Я, помните, я прошлый стрим мучился, потому что микрофон громкий, а видосы всегда тихие. Я не допер просто взять свой в ОБС микрофон, блядь, не допер, блядь. А сегодня допер. Куда идут, блядь? Привет всем, ребята, это Дима Масленников. И... Верите ли вы в призраков? Долгожданный, невероятный финал. Скажите, верите ли вы в призраков? Экстремальных пряток с подписчиками. Температура, потому что, да, я не тупой, это просто температура, реально. Если бы не температура, я пиздец умный был бы, я вам серьезно говорю. У меня по жизни температура каждый день. И специально для этой съемки мы забрали гигантский парк. Гигантский парк развлечений. Аттракцион. Аттракционов. Это классика. У него что, Ghostbusters, да? Что вот эти ролики другие, они монтируются по одному и тому же шаблону, просто музыка меняется. Здесь добрая, там злая, короче, поняли, где Ghostbusters. Впервые стою и не знаю, что делать. В парке развлечений. Классика вообще. Вот это экстремальные прятки. Я за эти прятки. Здесь стою. Я сделал 3 копии себя. Я сделал 3 копии себя. Кто не спрятался, я не виноват. Вот здесь. Это зубы. Да похуй. Вот эти, что будет в этом выпуске, похуй. Зачем? Вот зачем ты эти стаканчики... Не, конечно, крутой кадр, красиво выглядит, но какой смысл в нем? Какая идея вот этих стаканчиков? Базару нет, видно, запарный, блядь. Кадр очень запарный. Но нахуя? Вот реально, вот зачем он расставил эти стаканчики, чтобы что, блядь? Чтобы что, реально, блядь? Вот чтобы что, блядь? Понятно. Смотрите, сколько у нас... Просто это показанный кадр. Смотрите, как у нас много свободного времени. Нам вообще похуй, блядь. Мы эти стаканчики расставляли 3 часа. О, да, прикольно, да. Подпишись на канал, честно, не буду. Меня сейчас переполняют эмоции, потому что передо мной... Типа 5... серая кнопка стала красной. Ну она же, блядь, штакальчики, ну да. Ну ладно, да, вот это, да, в этом есть смысл. Чемпионов, 5 гладиаторов, которые сражались за выход в этот финал. Это не Ди Каприо, это Женя, Дима, Виолетта и Сергей. Друзья, каждого из вас в руках... За кого болеете, ребят? Вот за Сергея, Женю или там вот третьего, блин? Ходится по 500 000 рублей. Это настоящие деньги, это не банк приколов и так далее. Реально, блин? Ладно. Как только я нахожу кого-то из вас... А то я бы хуй поверил, что это вот настоящий... Потому что 500 000 рублей наличка, это невозможно что-то. Что-то невозможное, блин. Этот чемодан забираю. Я пошел. Охрана? Что ж, ребят, я желаю вам настоящей, качественной игры. Покажите невероятные эмоции и самое главное. Я покажу. В этот раз, коль это финал, у нас... Мне, кстати, да, вот в тему как раз расскажу. Спрошу вас. У меня уже давно закрадывается идея. Короче, кто за мной давным-давно следит, очень давно. До того, как я, так скажем, ушел из интернета, свалился в депрессию, вся хуйня, у меня была идея на Данил Кукашина. Данил Кукашина канал переделать в... Канал с, короче, с легкими роликами, как вам правильно сказать, бля, как сформулировать-то правильно. Короче, я хотел тоже какие-то челленджи делать, что-то интересное, у меня уже давно лежит одна идея, короче, вот тоже с соревнованиями, ну, не особо кринжовые, короче. Вот я думаю, может, на канал свой запиливать, а? Может быть, реально как-то вот к контенту попроще относиться? У меня есть идея, давно лежит, она дорого, конечно, снимать.
Ну, как вы думаете вообще, по вашему мнению, если бы я снимал что-то подобное, как Exile или еще что-то, да, какие-то соревнования там с ребятами, звал бы там, ну, кого-нибудь, что-нибудь такое, нормально же было бы, ну, типа, это, ну, кринж или рофл, как думаете? По-моему, нормальная идея, я бы еще и лутал просмотры хорошие, ну, по-моему, такое, такие, ну, много смотрят. Я просто не знаю, было бы мне интересно это делать на постоянке, короче, потому что, сами знаете, я такой человек, который, ну, блядь, я раз... некоторые кринж пишут. Ну, я вот тоже думаю, что-то есть такие мысли закрадываются, что как будто бы не мое что-то. Ну, может быть, я один раз поделаю, может быть, подумаю. Потому что, да, такой человек, который возьмется за что-то, а потом такой, ой, блядь, у меня сразу интерес пропадет, а я не буду без интереса, даже ради денег не смогу сделать. Просто... Ну что? Вместо часа поиска... Кринж, но норм. Ну, посмотрим, ладно, подумаем. Нет! Три! Жесть! Также у меня будут бонусы. Какие бонусы у меня будут? Во-первых, я буду использовать тепловизор. Но я могу даже сказать, с чем. Уже давно эта идея лежит. Я не буду говорить конкретно, как эта идея звучит, чтобы не спиздили. Но я хочу больше строить, и до сих пор это не юзают, с электро... этими... Ну, электромашинками, знаете, их вообще не... Есть куча. Вот самокаты, маты всякие, дрифт, хуифт, вот эти все штуки, короче. Их настолько много всяких вот этих прикольных... Ну, ну вы поняли, короче, вот этих транспортов, да, электрических. Их так много, короче, и почему-то с ними блогеры не юзают. Американские я видел, юзали такое, да, я видел уже такие форматы у них. А у нас в России почему-то никто это не делает, потому что с ними можно столько всяких приколов наделать, короче. И, может быть, буду строить вокруг вот этих всяких транспортных штук. Короче, я не знаю, это пока все равно идея, я вам ничего не обещаю, просто рассказываю, типа, как... у меня давно такие мысли были. С ним намного приятней искать людей. Ну, не гонки, не такие, что вот... Кто приедет первый? Ну, хотя так, ну, короче, ладно, пизду, все. Вот, да, смотри. Тут либо идею рассказать, либо вы не поймете все равно. Что за рыба мечты вообще? Намного приятнее забирать у них 500 000 рублей, так что я буду его нещадно использовать. Но, к сожалению, я его использовать постоянно не смогу. А также у меня есть один секретный суперудар от нашего звездного гостя. Поебало? Женя, Дима, Виолетта, Сергей, удачи вам. Спасибо. И ваше время на прятки пошло прямо сейчас. Блять, Снуп-то где вы? Побежали. Бля, столько эффектов, братан, меня чуть ебало не сломал. 4 минуты, мне уже хуёво. И нахрен, 3 часа! Вот я так какой же, вот монтировать я буду так же, специально, нахуй. Прям специально, прям вот так же один в один. Просто, ребята, все, начали, разбегаемся. Ага, вот побежали. Просто заебал. Тепловизор. Не, ну, возможно, на динамику влияет 100%, конечно. Я уж так кривляюсь. Пацаны хотят. Я понимаю, 1.5. Прям барабаны, хуя. 3 часа. Просто представляю, музыку записывали отдельно. Это просто очко! Всем удачи! У меня есть какая-то тактика. Я ее придерживаюсь. Всем привет, меня зовут Сергей. Я победитель самых привет, первых экстремальных пряток с подписчиками. Самых прям? Ну, мать! Это чемпион! Бля, ты круче всех спрятался, братан. Ты абсолютно чемпион. Заслуженная победа. Ребят, это был костюм снега, я прятался в снегу. Мой куратор Артем. Абсолютно сказал... чемпион, он спрятался лучше всех. Замечательное место. Вы знаете, вот эти олимпийские чемпионы. Боже мой, лол, бля. Челики с 5 лет там, да, занимаются атлетикой, не атлетикой, хуярят каждый день. Это полная хуйня. Вот Сергей, блядь, спрятался, чемпион. Ну, ладно, спрятался. Очень спорное место, все вы прекрасно помните. Мы договорились, да? Пристройка. Но у нас все получилось, я считаю, это было самое лучшее место на этой локации. Это было лучшее вообще, ну, время в моей жизни, пока этот ролик смотрел, бро. Ходили мы, ходили вокруг. Ты хотя бы ботинки бы завязал. А я думал вообще залезть куда-то вовнутрь. Какие-то труднодоступные места. Вот, и мне нашлось одно место, которое я хочу показать. Мою локацию было очень просто найти, и это было... Бля, кстати, вот пишут 10 контейнеров у Дубровского, да, я постоянно смотрю. Я Дубровского не особо, типа, смотрю, ну, вот раньше посматривал, сейчас вот... Ну, без дисреспекта, я его еще в жизни видел, общался. Бля, он такой охуенный, Дубровский, Женек, бля, очень добрый человек, ебать, душевнейший. Но контент, вот лично мое, как зрителя высказываюсь, типа, вот, бля, когда вот бабки у него поперли, вот это подняться, ну, я уже рассказывал, подняться, пацаны, ой, поднялся, ой, вперед, движение, движение.
вот, бля, меня заебало. Луи Виттон, мой Виттон, ой, квартира, ой, не это. Ну, я не с точки зрения зависти, просто мне этот контент неинтересно смотреть. Скуфики, вы о чем? Вот. Ну, короче, да, а вот 10 контейнеров, где вот люди открывают контейнеры, да, и там машины выпадают, ебать интересно, бля. Это очень крутой контент, пиздец. Вот я, ну, я все смотрел, зря на стримах не смотрел. Вот если еще выйдет серия, посмотрим обязательно. Наверное, сомнения моей локации, потому что туда есть единственный вход, и он на самом деле очень очевидный. Погоня за Феррари норм был. Да-да-да, это последняя, наверное, рубрика, которую я прям смотрел. Дальше уже, ну вот, мое личное ощущение. Лук скрытый изначально, да? Вот, то есть его замуровали вот в такую штуку. Так получилось, что реально в этой локации очень тяжело перемещаться. Она очень глубокая, как кроличья нора. Как жопа. Мне потребовалось 15 минут, чтобы доползти до самого конца этой локации. Я попрошу отметить еще и Мишу, который сейчас поползет за ним через всю эту сраку, чтобы подснять вам это уникальное место. Когда я приехал, у меня выпал зуб. Он просто сломался и отлетел. И я хочу потратить деньги на лечение своего здоровья, на восстановление зубов. Мы пришли к одному из самых колоритных мест. Мне кажется, это прям вот победная история. Всем привет, меня зовут Александр Недикаприо, я победитель. Привет, Александр. Кого победитель? Всем привет, меня зовут Александр Недикаприо, я победитель пряток в тюрьме. Да ты шо? В тюрьме сидел Дикаприо, блядь. Да похуй, блядь, нахуй мне это показывать. Примерно вот такое помещение. Бля, вы начнете прятаться, нет? Меня закидывают. Так, обрати внимание, это надо остановить. Моя локация суперинтересная. Бля, он до сих пор пиздит, Санек, да хорош уже, давай уже. Ноги нет. А если я сделаю вот так? Надо попробовать либо одеться, как эта скала, либо еще дыма там как-то намутить. Будет вообще пушка. Видос громче еще? Придется лежать в позе эмбриона. 9 месяцев пролежал и сейчас пролежу. В позе эмбриона ха-ха, с половиной мультак. Давай, укладываемся. И вот эту штучку, если ты вдруг задохнешься. Это просто какой-то кошмар. Нет, на самом деле, это правда кошмар. Я уже весь мокрый. Я думал, я залезу сюда сухой, и будет мне жарко. Но мне вообще не жарко, потому что я мокрый к чертям. Саш, я бы, конечно, тебе, может быть, и посочувствовал, но ты можешь выиграть полмульта, а мы нет, поэтому извини, тебе придется потерпеть. Уходите отсюда, пожалуйста, поскорее. Пока я ждал финала пряток, у меня произошло в жизни очень важное событие. Это рождение дочери. И вот поздравляю! Вот такой вот... талисманчик она мне положила с собой на удачу, на выигрыш. Так она еще только родилась, как она тебе положила, она даже в руках ничего держать не может, бро. А для своей любимой жены купила. Или она родилась уже там, типа, лет 5 назад, для тебя до сих пор событие, типа, очень серьезное. Супер, красивый, шикарный. Ну как она ему передала талисман, если она даже в руках ничего держать не может, это же грудничок. Для цветов. Ну а для дочки я бы скупил целый... Вундеркинд, блядь, круто, повезло, блядь. Магазин игрушек, чтобы она кайфовала дома, в море. Там 2 года уже прошло, блядь, для типа до сих пор событие жестко, блядь. Там все сидишь комфортно, а здесь вертикальная картина вот такая. Вот такая вот картина получится, и она закроет дверь. Так, знаете, ну... типа, бля, ребят, у меня сегодня событие, у меня родилась дочь, ей 19 уже. Знаете, типа, бля, событие для меня родилась что дочь. Во втором выпуске мой куратор был Стас, а Стас любит прятаться в таких местах и закрывать себя какой-нибудь картиной. И вот поэтому, с отсылкой на то, что Стас — это мой любимый куратор, мы сделали вот такую вот штуку. Заходим сюда, и здесь у меня просто рай. Нихуя себе, блядь, устроился. Столик. Ну что, друзья, я пошел прятаться. Дима, давай. Ищи меня лучше, но лучше не находи. Давай, братан. Чтобы вот эти 500 000 достались мне. Мне кажется, у меня самое кайфовое место в этих прятках. Моя жена беременна всем была 10 лет назад. Да, да, да. Я победитель экстремальных прятков. Ребята, поздравьте, у меня жена беременна. Уже родила, правда, лет 30 назад. На корабле призраки. Диман, я жду тебя в финале экстремальных пряток. А это тот самый корабль-призрак, где Дима Масленников обосрался, его спалили, что он там постановы снимал. Я парень-график. Понял. В прошлый раз я прислонился к кораблю, ага. И поверх меня баллончиком нарисовали. Бля, график. Вот это угарная идея. Бля, это пиздец угарная идея. И получается, что я сливался. И реально, и типа не видно было, что бред ебаный. Было нарисовано на корабле, и это меня спасло. Дима 2. Реально? И меня проходил и не заметил. Я сделал 3 копии сил. Ну это угарная идея, сука, но это тупо, бля. Нашел 3 манекена, заранее их одел. Тот самый корабль, да? Краской под антураж локации. Вот! То есть это некая отсылка. Ну вот сейчас точно вот... А, все, я понял. К первому выпуску со мной. Надеюсь, Дима... И он выиграл, да? А, он выиграл, потому что были снаружи корабля, его даже не искали. А, понял, понял. Если вы думаете... Ну, потому что как можно не увидеть? Мне, конечно, идея смешная, как в мультиках, блядь. Ну, блядь, мы же в реальной жизни живем, это сразу видно, блядь. Он так выделяет из картинки специально, чтобы Дима нашел, увидел, поржал. И самое главное, время, чтобы забрать у него драгоценное время. Ага. Всем привет, я Виолетта, победитель в парке аттракционов.
победила! В прошлый раз я пряталась в мусорном баке, и мне кажется, что это просто стало мемом. Это пиздец мемес. Что в этот раз моя новая локация станет таким же мемом, как минимум, если я не выиграю, то хотя бы... Ну что, тоже с помойкой, да? Я надеюсь получить приз зрительских симпатий за лучшее место. Не забываем, что я единственная девочка среди пацанов, поэтому у меня подмога из четырех богатырей. Чтобы вы понимали, сейчас ребята мне вырезают дно для попкорна, на котором я буду сидеть. Если мы сделаем там розовую попкорн... Дно для попкорна. Эту всю штуку налепим на нее прям вот эту морду Китти, и будет прям колоритно. И розовый попкорн туда насыпать. У меня голова будет там, где попкорн, она будет вся засыпана попкорном. Я думаю, зачем? Что Дима меня не найдет, потому что... Зачем ей голову высовывать, где попкорн, если она может просто спрятать, ну, не высовывая голову, просто спрятаться под... Ну, вот. Как вообще такое может прийти в голову? Вот в эту коробку внизу бы просто спряталась и все. Плюс, мне кажется, что моя подготовка просто... А, я понял, ей сиди... она полусидит, сидит себе, полулежа. Невероятно крутая, ребят. Жопа не слипнется, блин. Но мне кажется, что додуматься до такого очень сложно. Да, а неплохо. Итак, теперь сам, собственно говоря, чемпион пряток на заброшенном корабле. Что не ролик, он голый, смотрите. Поплыл, поплыл, он прям вот так вот. Он прям плывет, блядь, в воде, нахуй, плывет, ебать. Идеальная идея. Снимай, ты снимаешь, снимай, снимай, блядь, он поплыл, блядь. В центре и по краям от себя вдоль моста натяну плотную черную пленку. Ой, блядь, сейчас влюблюсь, осторожно, блядь. Ебать, он переодевается, ты снимаешь, он одевается, блядь, он одевается. А еще я думаю взять себе... Что-то сейчас было, блядь, вот это... Еще я думаю взять себе ружье. Ну, это если меня найдут. В своей первой визитке я сказал, что я готов залезть в любое очко. И это... По-моему, это тебе залезли. Мы только что видели, по-моему, тебе залезли в очко. Или ты мстишь так, типа, понял? Очко. Для меня, по крайней мере. Еще раз скажи очко, пожалуйста. Еще одно чемпионское место. Абсолютно чемпионское. Бля, сколько еще раз импакт ты этот ставишь? Ты заебёшь, бля. Что ж, друзья, это... Блядь, да мы начнем, нет, ёбаный рот, блядь! Кое-что особенное. Кое-что особенное, это... Блядь, нельзя так... Да, сука, когда ж меня забанят, блядь, просто даже за мысли, нахуй. Да ты заебал, сколько рекламы это идти будет? Все, поехали. Теперь надо предохраняться, да-да-да-да-да. Ребят, хорошие мемы, вы мемите хорошо, неплохо. Вот, вот чату что-что могу вам комплимент вывесить. Мемите вы супер. Кураторы на месте. На месте, спортсмены. Я за эти прятки. Здесь стою, и ребята знают. Ну что, уважаемые участники, как будто кто-то ребята знают. Друзья. Ребята знают, что ты хуйню сейчас несешь, орешь, блин. Начинается. Кто не спрятался, я не виноват. Ну что, друзья? Игра началась. Игра началась. Бля! Да кажется, сука, да вот, ребят, ну аккуратно с монтажом, очень страшно. Да, блядь! Да что ж так? А также у меня есть... А сейчас из-за склейки испугался. Один секретный суперудар от нашего звездного гостя. Что в черном ящике? А что это за ящик? Раз. Так, чманьк. Вот он! Планшет, а там просто скрытые камеры на всех участников. Не-не, там камера. Вот это супер удар, я понимаю. Да! Дима, привет. Финал пряток делаем очень серьезно. И я уверен, что моя помощь в такой гигантской локации тебе просто необходима. Поэтому... Дима, привет. Привет, Дима, йоу. Он говорит, выдвигаемся, Егор Крид уезжает. Я думаю, там что-то действительно крутое, потому что Егор стал ведущим пряток на СТС. Мы им передаем эстафету после нашего финала, поэтому обязательно поддержите этот проект. Все, ребят, конечно, давай! А как поддержать-то, блядь? На, сочный! Давай, проект с Егором Кридом на СТС. Я поддержал. Девушка! Крид всегда в эдите, я это имел в виду, да-да-да. Крид всегда реально... Вот что он всегда так выглядит, и, ну, у него такая жестикуляция, как он всегда в эдите. Я в хорошем смысле, пиздец. Я прям уверен, что Егор Крид перед зеркалом, без, вот, ну, без хейта, мне кажется, он прям перед зеркалом тренируется, каждое движение, типа, делает. У него не всегда такие проработанные, короче, не знаю, как правильно сказать. Есть момент.
Я уверен, что он пиздец много времени тратит на именно жестикуляцию перед зеркалом. Короче, я уверен, это не рофл. У меня ровно 3 часа, чтобы найти всех участников. А ты, не, ну мне что-то температура, усидчивости не хватает. Это гигантского парка аттракционов. Задача невероятно сложная, и для меня это зависник, будет таким невероятным... Я тоже хочу так красиво двигаться, я не шучу, реально. Но это, наверное, танцы еще какие-то, мне кажется. Испытанием, как и для них. Но прятки дело сложное. Кто не спрятался, я не виноват! Я сразу... Как будто по жопе кого-то бьют много раз, блин. Это что ж такое? Не, нашлось одно место, которое я хочу показать. Бля, они замедлили просто его ходьбу, блин. Ну, такой идиотский монтаж момент. Конечно, я понимаю его смысл. Иногда интересно. Но вот это что, зачем? Сцена тут никого нет. Вот это. Нахуй замедлили ходьбу, блин. Я вот не понимаю, нахуй, блин, замедлили ходьбу. Что они хотели вот этим выделить, блин? Нет. Нашлось одно место, которое я хочу показать. Ну-ка покажи одно место. Сейчас она одно место нам покажет. И не показал. Опа, братаны. Бля, не могу, у меня голова кружится, ребят. Блядь, ну как-то не настолько динамично. Я понимаю, мистер Бист, надо вот как мистер Бист и вся хуйня. Но мистер Бист, когда смотришь, не так тошнит, короче, от монтажа, от съемки, блядь. Столько всего происходит. Бля, где он? Вы хотя бы поняли, где он? Я уже потерял, локацию, я не понимаю, где он уже, блядь. А ну-ка стоять, я... Кажется, что можно спрятаться вообще. А, у меня еще и скорость, наверное, стоит, кстати. Но у меня 1.25, это не так, не настолько больше, чтобы прям неадекватно. Где было угодно, но с другой стороны, это настолько очевидные места. Дует там... сидит, сука, блядь. Чел, ты что, дуешь сидишь? Закрыла меня тут. Честно, ощущение немного похоже на то, как будто бы я в гробу. Я сделал свой коридор из пленки. Я сижу вот в таком очке. Мои деньги замутные. Могу вообще вот так говорить. Бля, если кто-то задохнется, вот без шуток говорю, а если вот кто-то спрячется, да, какое-то помещение маленькое, нахуй задохнется. Вот так вообще свет врубить. Вот здесь. Это зубы. Это второй зуб. Так, важный момент. 1000 рублей у тебя зуб стоит, бро. Хочется указать, мы просили участников не прятаться на декорациях. Так, ну, мне, может, очко покажет, кто там обещал очко показать, блядь. Все здесь бутафор. Одно место, блядь, как-то. И, соответственно, их можно просто сломать, а не хочется... это победитель, кто умер, победитель, да-да-да. Рации, возможно, там, но, ребят, там же это... Ты же без кислорода сидишь, ты же не сразу понимаешь, что он заканчивается. Тебе просто в один момент, бац, ты вырубился, и все, и задохнулся, нахуй. Там нет такого, что, ой, ребят, походу я сейчас упаду в обморок. Ты падаешь в него и все, нахуй. Не вставай, пожалуйста. Нет? Вот, блин. Что ты? Сейчас я залезу, подожди. Бля, где ты, нахуй? Я не понимаю, где он ходит, блин. Так, ребята, время идет неумолимо. Я рыскую, проверяю просто каждый сантиметр. О, Пиноккио, здорово. Здорово. Если он меня будет жрать, спаси меня, брат. Он достаточно легкий, нет. Он человек не может быть. Тут можно было просто сесть в камни и все. Ага, не то. Ой, мой твою! Иди сюда. Нашел кого-то? Это будет потная катка. А это прям сложно. Я не ожидал, что это будет настолько трудоемко. Ага. Давайте ставки сделаем. Ставки сделаем. Играем на 5000 рублей. Я ставлю 5000 рублей на Женю. Напишите, кстати, ребята, как вам мое место? Я ставлю 2,5 на Женю, 2,5 на Серегу. Ребята, если я не собираю бабки, то скиньтесь мне, пожалуйста, на новые 2 зуба. Аквалангист. Заработай, блин. Кстати, что ты клячешь, сидишь? Видно, я за ним вот так нырнул, не видно. Лудики, да, сидят лудики такие. Бля, я хочу в отставку ставку. Я не смогу сходить, потому что здесь хлорка, которая сразу даст... Бля, да, там уже задохнешься, да. Сидит Димка Советов. В любом случае, я был бы безумно рад, если бы каждый из ребят выиграл, но я буду лохом каким-то, если никого не найду. Так, ну-ка! Только при этом случае, просто спросил. Бля, никого нету? Угу. Вы кто такие? Я вас не звал. Ха-ха-ха, бля.
Вот это прикол! Я въезжаю в стройку, блядь. А я думал, сова. Поэтому я буду прятаться под мостками. Тихо, тихо, пришел. А что здесь ручка? Блядь. Ну, либо так. Но здесь понятно, вот здесь замедление, видите, здесь в тему вообще все. И напряженная музыка, и замедление, здесь все в тему, потому что должно быть так напряженно. А вот где у него ходьба была под слоумом, это странная хуйня. Я посрался сейчас. Под мостком тоже как будто что-то есть. Ну-ка. Вот там вот мосток, и под ним тоже как будто что-то есть. И я по периметру всего мостика натяну сейчас черную пленку. Да мы видели, ну то есть как бы, вы нам это показывали, нахуй нам флешбеки. Пробуй меня скрывать. Я понимаю, если бы это было в прошлой серии, блядь. Да вот только что, минут пять назад, эта хуйня была. Блин, вот это прикольное место, конечно, я бы там прятался где-то. Но там, видите, бетон. Хотя не бетон. Ладно, это надо запомнить. Или... Нет. Только не лезь в воду. Чтобы его достать, надо прям за ним туда нырнуть, прям под воду, и вот так его схватить. Или да хер с ним. О-о-о! Вот это нечестно. Это финал экстремальных пряток. Тут а, не, пошел. Работай по-крупному. Работай по-крупному. Какая тупая ситуация. Давай! Может, здесь кто-то? Ау! Блин, это же прикольно, что он был в воде, и она не полная, да. Мы, ну, бля, мы слышали. Неприятно. Ах ты! А, шляпа, шляпа, шляпа! Тын-тын-тын-тын! Шляпу на буче носил? Тын-тын-тын. Дай мне уже выдохнуть. Ну, пока не особо интересно. Вот чем могу сказать? Ну, не особо мне интересно, блядь. Ну, досмотрим, раз уж половину уже посмотрели. Три часа мало для этой локации. Я сейчас обижал только небольшую ее часть, и я уже выдохся. Я не представляю, как тут искать людей. А нехуй это самое. Я такой, я сейчас буду заходить в основные зоны парка. Здоровый образ жизни, мне кажется, что участники выбирали какие-то антуражные места и так далее, и не обращали внимания на какие-то просто дороги, переулочки, которые здесь между частями парка находятся, и прятались каких-то... Два часа в сырых штанах бегать будет, а ему не привыкать хули. В местных местах, поэтому сейчас планомерно каждую локацию я буду обходить. Бля, вот это шлепки ебаные, я не могу, меня вымораживает эта музыка. Вот именно это, бля. Локации просто пиздец. Бля, какие-то звуки огромные, ребята. Угу. Ты же знаешь, как эта херня работает? Чё? У меня есть. Вы этого не видели? Садитесь, садитесь, чё нет? Заправись, передай умел. Не в лицо, я вообще ничего не вижу, мы разобьемся. Ребята, это, конечно, чувство просто шикарно. Короче, что-то громыхало сейчас. Я так и не понял, что. А то есть он того чувака в итоге в воде-то и не нашел, да? Все, он выиграл хули, блядь. А мы туда заехать можем? Отель Трансильвания. Кто? Проходите, гости дорогие. Располагайтесь как дома. У нас замок. Юморят, да-да. Ну, клоуничает, есть момент, да. Это выглядит, конечно, шикарно, ребят. Что? Темнота вот эта ебаная, сука. Бля, бро, это очень шикарно вообще. Мать твою! Мою, блядь? Да мы помним, блядь, мы помним это, да нахуй, блядь, это вы это показывали. Бля, крепота, пиздец, вот такая. Бля, ребят, вы просыпаетесь, у вас рядом на подушке вот, вот такая морда лежит, блядь. Ваша мне, бля, ебать, крепота, бо. Бля, это очень крипово, нахуй. Вот сука. Блядь, как креп, ебать, меня вымораживает это выражение лица, ужас. Блядь, ужас, вы, ну, почувствовали, да, что я... У него травма головы. Погнали дальше. Бля, крепота, боже. Боже. Или не на подушке рядом лежит, а просто стоит над кроватью вот так вот, блин. Пиздец же. Какая тупая ситуация, да? Опа. Да. Все, значит, на лифте красиво спускаемся вниз. Ну, покажи, как ты красиво спустился, я просто.
Это жопа, это очень круто, ребят. Это очень круто. Это жопа. Да, они, вы просто идете, что-то происходит, сука. Обычный паралич, да. Этот весь ролик как будто сонный паралич, могу сказать, блядь. Такая неадекватная хуйня. Как это странно выглядит. Это жопа, ребята. Нет. Хватит, твою, блядь. Да. Где-то здесь я не спрятан. Какая-то хуйня крутится. Блядь. Дима здесь, я слышу. В треугольнике в чат, говорит, хуйня крутилась, блядь. Ну все, друзья, пока-пока. Я до этого вообще на расслабоне сидел. Прям на жестко. Мы где, мне, пацаны? 2,5 мульта, вы че? Я не понимаю, где он. А ничего, надо нормально общаться. Во-первых, я устал. Во-вторых? Во-вторых, что-то это... Это сложно. Это прям очень сложно. Спасибо за комментарий такой содержательный, бро. Че шипит? Бро, смотри, это туман. Я не могу, сука. Там призраки, может, да? Туда прям лезть надо. Да, вот это смешно выглядело. Это что такое? И кальян хуяр. Сука, шот. Это ты надавил здесь? Я хуйшот. Да, это смешная хуйня. Это неожиданно. Тут кто-то есть, Вась? Но это не Госбастерс, точно. Здесь никого нет. А меня видно еще? Ноги нет. А если я сделаю вот так? Мы это видели, блядь! Нахуй они нам это показывают? Это интересно. Если они, он думает, что вот зрители у них вообще как у рыбки, да, память? Что они только что увидели, такие, а, бля, что сейчас было? И он показывает, они такие, а, точно, вот что было, блядь. Мне кажется, они, ну, надо напоминать, кстати, если что, я Дима Масленников, это мой канал, потому что они реально такие, а что я смотрю, а я где, блядь, что-нибудь такое. Надо напоминать, типа, все в порядке, если что, я Масленников, это, типа, мой канал, мой ролик, поэтому не выключай, типа, не забывай. Надо что-нибудь такое напоминать, а то что, блядь. Ну, бля, а чё я смотрю? А это кто, блядь? А, блядь. Ну, это идеальное место вообще просто. Да мы видели эту хуйню. Ёбаный свет, блядь. Ну, тупо, что он лежит один здесь. А, он в камне сидит? Ой, я не думаю, что декорация должна развалить. Вырезай. Вырезай. Поймал, блядь. Твою мать. Я ничего не вижу, ну почему? Зато я вижу вот эту штуку, давай. А, он деньги забирал, я думал, Я думал, он его нашел и такой, я кого нашел? Я поэтому такой, блядь, это странно. Все понял, он у него чемодан отбирал, блядь. Все в дом. А давайте я нашел, Удачи тебе, пошли, времени вообще нету. Вот если я такие ролики буду снимать, я так же буду. Вот тетя, пока вы нашел. И мы сейчас будем гадать вам. Я не могу расслабиться. Я нахожусь в полной жопе, потому что мне приходится постоянно контролировать. А нахуй туда залез? Надо было подумать о том, чтобы место такое было, чтобы ты с кайфом сидел. Разве нет? Положение мышцы. Капли пота бегут по коже. Бэби, тебе жарко, да? Мне тоже. Мне охренеть. Понятно, блядь. Вот такую карту, которая означает «Подпишись, пожалуйста, на канал». Дальше здесь будет очень много интересного. 20 миллионов не за горами. Я подумал, надо загуглить. Это не твой канал, нахуй тебе это дело. Вот это тебе полляма никто за это не... Тебе денег никто за это не даст. У тебя лицо скучное. Ну, это все жертва ради половины миллиона, мать его, рублей. Ок, пишем. Ок. Ребят, вы согласны, да? Все, ок, пишем, все. Я сейчас буду немногословен, потому что... Миша, давай по новой, все хуйня, да? У тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст. Какую-то стратегию моих тел... Да нахуй написали вот. Потому что я не понимаю, как здесь работать. Блять, нахуй ты сказал, жилые дома, я начал чвякать, блять, хуякать, блять. Да тут все, значит, я закончил. Ну я скажу, когда ты закончил, блять. Давай по новой, Миша, все хуйня. Ты мог сейчас залезть? Блин, тут башка не пролезет. Ну твоя нет, ты же умный. Ну, вряд ли, да?
там щель какая-то. Не осуждаю, не поддерживаю, что за хуйня? Опа, блин, там щель какая-то. Дима Масленников в ролике Диму Масленников Зигу вставил, блин. Не поддерживаю, не поддерживаю. Ребят, осуждение максимальное, блин. Дима Масленников, срочно пишите во все паблики. У Димы Масленникова в ролике Зига, блин. Жопа. Не поддерживаю. Там нет. Смурфы. Ау. Она же не должна так быть. Должна. Ну это самое очевидное место, я бы туда никто бы туда не залез. Она, собственно, внутри пола, можно залезть и заныкаться внутри. Ну это пиздец как очевидно, никто бы туда не залез. Что реально в этой локации очень тяжело перемещаться, она очень глубокая, как кроличья нора. А мне потребовалось 15 минут, чтобы доползти. А он реально заполз туда, блядь, ну это же очевидно, типа. До конца этой локации. Вот такая у меня работа. Интересная работа. Проход в две стороны. А там прям долго ползти выпишешь, понял, понял. Там. Сейчас в сторону пойду. Вот для тебя повторяю, что было 5 минут назад. Ну да, да, да. Они вначале намонтировали вот эту бессонину, помните, где они вот вначале там просто бессонина, там один кадр в секунду, был просто разный, что-то перемещение, какие-то флешбеки ебаные, что-то еще, ну вот как они прятались. Ты нихуя в итоге, естественно, не понял, как, ну вот кто где прятался, блядь, и поэтому они, ну, во время ролика показывают флешбеки, где, ну, кто где спрятался, потому что там вначале нихуя непонятно из-за монтажа, блядь, я думаю, из-за этого так. Ах, тут развилка. Клаустрофобия. Мне нет такого, я вообще не боюсь замкнутых. Я боюсь очень больших. Технические коммуникации, такое чувство, что. Ух, зазвенело. Я боюсь очень больших пространств, огромных. Здесь очень сложно перемещаться, я не знаю. Сейчас все силы потрачу, я сюда залезу. Вернусь в самый последний момент. Стонать, ковбой! Шляпу надел. Ты кто-нибудь есть? Шляпа усатая. Нифига себе, что за шум. Ужасно. Надо отдохнуть, я что-то позадрался конкретно. Блин, я впервые стою, я... Стою и... Я впервые стою. Знаю, что делать. Глаза победителя, глаза чемпиона. Короче, что мне может выдать, так это какой-то из ништяков, типа тепловизор. Ладно, поехали на тепловизоре смотреть. Нихуя, типа, а он реально работает, есть такая штука? Ну, типа, он сквозь стены показывает, да? Если она в этой коробке сидит, тепловизор покажет, что внутри тепло? Ну, хотя, да, логично. Вот это ты, смотри, смотри. Покажи, блядь. Вот это, смотри, что за рыба мечты вообще. Блядь, интересно, нихуя себе, я такой, ну, я только в кино такое видел. Тепловизор в любом случае... даст понять, есть ли кто-то вообще. А нахуй он до этого этим не пользовался? С кроличьей норой вот этой, бля, чел. Ты только сейчас вспомнил так, про него? У меня всего несколько минут, чтобы использовать тепловизор. Я не вижу нихуя там. Он должен увидеть. Это типа одна из подсказок. Нихуя. Бля, интересно, сука, все сделано, бля. Вот я хоть сижу клоуничу, да, и монтаж реально иногда странноватый, но, бля, в любом случае монтаж заебатый. Вот, блядь, ну вот, сука, вот. Что-что. И вот эти фишки, да, приколы, сука, умно сделаны. Прикольно. Стоп. Сай, вот это же тоже помост. Еще одно чемпионское место, абсолютно чемпионское. Бля, опять вот. Сука. Сука! Он лезет в воду. Переобулся. Ну да, да, да. Дима подохнул. Не, ну реально интересно, блин. Так, может кто-то под эту штуку залез? Ну нет, тут никак не закрепиться на них.
Это они на монтаже нет, стрелочки сделали? Да. На них. Если там никого нет, и вы стояли, молчали, я отгрызу вам нос. Ладно, поехали. Это же колокольчики сейчас. Это холодная вода до жопы. Она просто ледяная, поэтому не приходится надевать реально теплый гидрокостюм. Хорошо. Станась, ковбой. Все, вот так будет. Ты бы снялся как участник? Ну, Масленникова точно нет. А так интересно. Да? Подашь фонарик, хорошо? Ребят, запомните, мне, я вот точно нигде не снимусь, потому что меня вот эта московская шобла-ёбла не любит. Не любит меня московская шобла-ёбла. Хуй меня куда позовут, поэтому похуй. А у Крида 100%. Не знаю, почему меня не любят вот эти придурки из Москвы. Эти шобла-ёбла вот это меня не любят почему-то. Бля, за что? В придурки вот эти. Ой, бля. Ой, бля. Ой, бля, голова закружилась, покашлял. Если я выиграю, а я выиграю, я отдам деньги маме. Чьей? Моей? Не надо моей ничего отдавать, я сам отдам. Стоп, подожди, человек. Стоп, подожди, человек. Ты кто? Он по съебам дал или что? А, нет, это Масленников, я думаю, это тот. Съебывайся! Вот это экстремальный пиар, я понимаю. Ну я бы тоже, я в какую-нибудь локацию. Бля, ебать. Помогите, этот человек смотрит на меня уже 2 часа, блядь. Просто пиздец. Вот он! Вот она рыба моя, ведь нет, стоп, ну-ка. Реально, надо было нычку найти такую, чтобы только один вход и один выход. И такой, чтобы съебаться, понял, пока он к нему идет, съебался. Это мои деньги! Это не твои. И прикольно же, а что если бегать? А возможно, ну можно же такое по правилам, типа, ты якобы спрятался и просто бегаешь от него. Вот Масленников идет, а ты от него бежишь, короче. Ну просто перемещаешься по локации от него, короче, и все, блядь. Нельзя, да, наверное, так? Ну да, это совсем, наверное, имба. У мистера Биста убегали. Я помню, что-то было такое. Заплыв того стоил. Ну что такое? Друзья, пожалуйста, насыпьте лайков Диману, потому что это фантастическое место. Как минимум 500 тысяч лайков. Насыпал. Димон! Чего? Пошел ты в пизду, у меня столько не надо. Димон! Не, ну если я мог косикануть... Охренеть! Я знаю песню про Димона одну там. Димон... Это было шикарно. Вонючий, Димон еблан. Ну, не ты, я просто песню вспоминаю, не обижайся. Она, это очень круто, если это честно. Я... Насыпьте соли, да. Так, ладно, пошли. Ты не спел, сука, песни. Я реально не подумал, что там осужденка. Последнюю секунду реально задефался. Я в последнюю секунду с этой песни задефался. Я даже не подумал, что там... Меня точно забанят когда-нибудь. Когда-нибудь я что-нибудь точно ляпну. Вот в этой жизни, блядь. Мне кажется, я единственный стример, который никогда еще не банили на Твиче, но все еще впереди, блядь. А все еще тут. Ой, я тут. Девушка, приди. Температура, да? Я же, ну, я это из-за температуры. Я так-то умный. Ну, я бы не ляпнул ничего. Има. Дай бог. Да в смысле, дай бог. Да пошли вы в жопу, блядь. Если бы вы только знали... Дрейка никогда не банили, нихуя себе. Какая огромная работа проделала. Гуакамоле банили. Да, он доигрался, да. Хотя он очень-очень всегда по грани ходил. Все-таки в итоге забанили его. Таким крутым. Постучи по дереву. Ребят, у меня по столу могу. Братцы, выдвигаемся. И сам увидишь, что произойдет. Давай. Что Егор сказал? Выдвигаемся? Выдвигаемся. Бля, прикольно выглядит. Мне кажется, сейчас клип снимать начнем. Да моя невеста сейчас. Здорово, мужики. Бля, прикольная идея, да, базар. Здорово. Они еще все в форме одной, да, прикольно. Вы мне в помощь, да, получается? Да. Ваша задача, вот эту часть. А при чем здесь Егорка Крид? Бля, сука. Да, это интересно, блядь. Причем здесь Егор ебаный Крид? Скажите, вот это его типа друзья, ну типа что это? Я заговариваюсь уже. Прочесать, соответственно, вот это. То есть это, блядь, это прикольно, это коллаборацию может снять любой человек, просто не имея отношения.
Просто, типа, он снимается, ну, блядь, короче, это странно. Дом, замок. Он снялся вначале и говорит, если что, скажи в рации вот это, и я тебе помогу. Так пришел же не он, блядь. Hello Kitty и магазины, смотрите, автоматы, все что угодно, где может прятаться человек в теории. Только не крушите. Договорились? Все. В ту часть я... Папины, да, папины сынки. Да, уже пойду. Давайте в той части работаем, я в этой. Все, миньоны. Подскакали, подскакали. Он ведет прятки на СТС. А, все, я логику понял. Все, бля, я ёбик, да. Я понял логику, потому что он ведет прятки, и это типа люди из его команды там в прятках, что-то с этим связано, да, все, я допер. Да, теперь логика есть. Вот это нормально, а че мы раньше так не делали? Удачной охоты. Это температура, да, я же так-то умный, ребят. Я бы сразу все, если бы не температура, я бы везде догадался, че как. Ну, то есть, естественно, подумайте. Если вместе с ним мы никого не найдем, но это полная жопа. У меня тоже полная жопа. Я думаю, что Дима меня не найдет, потому что... Как вообще такое может прийти в голову? Да, бля, температура 36,7. Блин, ну это жопа. Если мы, извини меня, с такой армией никого не нашли, ну это... Вы кто? У нас... А? Сотрудник. Сотрудник чего? Стоп. А кого они нашли-то? Ребят, у нас времени нету, давайте! А, попкорн нашли. Ну чё, да выёбалась? Я победительница, сейчас я как побежу всех. Посмотри. Хочешь сказать там? Посмотри. Что такое? Мягкий. Бля! Слушай, мягкий и тёплый. И судя по волосам, это Виолетта. Бля. Да. Бля, нычка крутая была, базар. Хорош, мужики, спасибо. О, вы просто посмотрите на нее. Мне было очень плохо, клянусь. Ну, бля, это вообще не очень, да, тебе даже реально задохнуться можно, мало ли чё, бля. Ты там в баньке посидел, что ли? Да, я даже рада, что ты меня нашел. Виолетта, точно, да? Ну, тогда давай полляма, раз такая радостная. Все хорошо? Но... Ладно. Я жива. Опа. Ну как? Как это было вообще возможно? Похавал. Я вообще даже не Дима нашел. А кто? Вот эта штука вызывала взвод охранников, которые бегали сейчас искать. Ну у тебя время идет, давай еще по пизде поставим чаек, может, PlayStation, хочешь там кальянчик, пуэрчик, блядь. Давай, хуярь, да. Иди, иди дальше, ковбой, блядь, ковбой. Искать ковбой, блядь. Кто? Бонжорно, дамы и господа. А, дамы. Фу. Welcome to Сан-Трампе. Как там, интересно, сейчас Женя поживает? Это Дракула. Я прячусь за Дракулой. И поэтому мне сегодня повезет. Вот кого-то нашел. Бро, да просто иди, жди, пока тебя найдут. Не надо, вот эти приколы, блядь. Да ладно, забей. Да, давай без приколов вот этих. Хорошо. А ты что подумал, да? Здесь очень сложно перемещаться, я не знаю. Сейчас все силы потрачу, если сюда залезу. Вернусь себя в самый последний момент. Мы помним это было, блядь, ну минут 5 назад, блядь. Обожаю свою работу. Бля, такая писанина, я ничего не вижу, блядь. Великого и могучего Дима Масленникова, который сюда не... А, он съебывается, Вова. А, нет, не съебывается, это типа флешбэк. Бля, я запутался, что флешбэк, что реальная жизнь, я ничего не понимаю. Они хотя бы черно-белым бы красили, где флешбеки, блядь. Но там чуть-чуть насыщенности они убавляют, но все равно не видно, блядь. А кто рейд дал? Кто рейд? Спасибо большое за рейд. А кто дал рейд? А кто дал рейд? А рейд кто дал? Ребят, а кто дал рейд? Скажите, пожалуйста, кто дал? Здравствуйте.
сказать, что я тебя ненавижу, значит, ничего не сказал. И знаешь, что еще я тебе скажу? Что? Ты победитель. Я тебя поздравляю. Победитель? Ребят, свет включился в парке, а это значит, что время закончилось. Во всем этом самое тупое, что время вышло. Прикольно они сделали. Во, во, пришел рейд. Брама, спасибо тебе большое за рейд. Рейдеры, наденьте колпаки. Брама, спасибо тебе большое. Ребята, всем привет. Надевайте колпаки. Мы сидим, рофлим, гостим кринж. Что? Два, все. Да, два. Так вот, что он стоял. Бля, вот это хорошую концовку они сделали, да? Типа, не сообщили сразу, а пошли искать. И тех, кого нашли, которые разочаровались, сказали, на самом деле, уже время вышел, ты выиграл. Бля, умно. Разрядилась камера, у меня пропало настроение. Но у нас два победителя. Пойдем смотреть? Пойдем смотреть и поздравлять. Я очень расстроен, если честно. А я нет. Я рассчитывал на то, что я покажу в финале действительно мастер-класс по поиску людей, а показал, конечно, плохой результат. Блин, не говори, что это в дырке этой. Он сюда залез через всю локацию, он вон там далеко сидит. Вернусь я в самый последний момент. Сука. Вот надо же, блин. Чел с картины выиграл, да-да-да. Ну, у него там тоже умно картины сделано. Тварь! Ты знаешь, как я обосрался просто? А покажи, короче, говно покажи. Вижу свет вот здесь вот через провода рядом. А, я уже смотрю. 48 минут. Короче, не вдупляю просто. Ты ползешь. Бля, сегодня в ударе, точно, ребята. Вот смотрите, как раз мне рейд хорошо, что прямо сейчас дали вот перед этой шуткой. Просто, ну, прикольно, что вот Брама так КД, ну, получилось так, знаете, по КД. Брама дает рейд, и тут я вот эту лучшую шутку за всю свою жизнь говорю, и так получилось, блядь. Почему ты ползешь с включенным светом? Да, мощно получилось. Никаких, как, опознавательных вообще звуков, что типа все закончилось, просто Серега, ебать. Я такой, сука, иди. Я нихуя не понимаю. Есть пробитие, да-да-да. Есть пробитие. Это есть пробитие, блядь, да. Нычка. С матом или без? Давай без. Хорошее. Вот он, чемпион! Чемпион! Так. А привет, мой хороший. А ты куда зашел? Да иди отсюда, дорогой, это нету такого тут никого. Бля, ну почти умер от кринжа. Жень, ты выиграл. Нет, в натуре? Да. Ты выиграл. Они мне показали, где ты находишься. Ребят, давайте поздравим победителя! Что ж, друзья, я усталый, я мокрый. Ну что ж, друг. И грязный, но счастливый, потому что у нас сегодня целых два победителя. Тоже лям проебал, это здорово. Это Женя и Сергей. Бау! Каждый из которых получает по полмиллиона рублей. Что ж, друзья, это был прикольный сезон. Давайте. Бля, это было очень прикольно. Ну ладно, понятно. Ну ладно, нормальный ролик, нормальный, базару нет. Интересно было смотреть местами. Но монтаж, конечно, дай боже. Ну я понимаю, это так.